Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Небесное послание на 16 июля. Интуиция. Сегодняшний день говорит вам о том, что вы наконец сможете найти любые ответы на свои вопросы. Ваш внутренний голос, веление вашей души – все это идут формы вашей интуиции. Ваша интуиция сегодня будет сильна. Она позволит вам почувствовать вашу энергию. Взаимодействовать сегодня с окружающей средой, интуиция сегодня покажет вам путь к высшему смыслу вашего существования. Сегодня ваша интуиция вам подскажет, какой выбор вам лучше сделать, как правильно поступить в своем вопросе. Сегодняшний день открывает вам глаза на многие истины. Именно интуиция вам позволит проникнуть в свой внутренний мир и разобраться на более глубоком уровне. При вашем выборе сегодня ангелы будут вас поддерживать. Они уберут ваш страх, уберут ваши сомнения, что позволит вам быть уверенными в себе и своих действиях. И это послание сегодня призывает вас в первую очередь прислушаться к себе. Совет. Пришло время получать ответы на самые волнующие вас вопросы. Остановитесь, посмотрите вокруг, ощутите свою внутреннюю силу. Верьте в себя, прислушайтесь сегодня к своей интуиции. Она вас сегодня направит в нужное русло. И сегодня в течение дня повторяйте такие слова. Я ощущаю себя в состоянии свершающегося волшебства. Вот эти слова вам нужно повторять 7 раз. И увидите, как вы для себя определите верный путь.